очевидца. То есть вот так вот она выглядит сейчас, уборочное ее состояние. Можно сказать, уже практически ее всю обмолотили. Здесь небольшая полоса осталась. Урожайность сейчас, ну, то есть пока получилось 30 центнеров. Достаточно высокая. Ну, этот год в целом удачный. Высота чечевицы, если так сравнивать, здесь до 30 сантиметров. То есть срез, да, диапазон безопасный до 10. Дальше уже будут потери. Подушка хорошая, подушка крепкая, потому что вот она высохла, и вряд ли эту подушку сломят дожди. То есть хорошая масса, как пружина. Сегодня у нас 21 августа. Вот так. Так вот чечевица выглядит на данный момент. То есть такая чечевица пойдет в жатку, такая чечевица не ложится. И плюс еще достаточно высокий урожай.